Доброе утро, друзья, в прямом эфире программа «Доброй разницы, Беларусь». И, кстати, посмотрите прямо сейчас на свой мобильный телефон. Наверняка он был разработан и собран за пределами Беларуси. Вот наши сегодняшние гости решили эту ситуацию исправить. Сегодня мы пообщаемся с представителями компании производителя белорусских смартфонов Венса, директор по маркетингу Сергей Капанец и руководитель отдела продаж Григорий Баранчук. Доброе утро. Доброе утро. В общем-то, бренд, правильно? Венса. Как правильно? Венса, правильно. Венса, да? Белорусские смартфоны. Звучит красиво. Венсери Солюшн. Это смелое решение. Да, звучит красиво и гордо. Вообще, наверное, сейчас многие наши телезрители задаются вопросом, а что, в Беларуси, правда, появились смартфоны? Как они появились? Мы вас поздравляем. Мы поздравляем, на самом деле, всю страну. На самом деле, вопрос такой, насколько Apple можно считать американским, насколько Samsung южнокорейским. Мы вложили сюда нашу интеллектуальную составляющую. Мы разрабатывали дизайн, мы контролируем качество. Но производство... Пока, хотя есть планы и для Беларуси, пока производство в производственное, так будем сказать, всего мира. Скажем так, производство там, где пока технологии. Так, но интересно. Разработки белорусские. Дизайн, идея, все белорусское. Но есть оригинальное решение, которое только есть у наших смартфонов. Ну, это круто. Ну, хорошо. Нам известно, что ваша продукция может просто легко привлечь покупателей невысокой ценой, но в то же время продукция высокотехнологична. Как вы достигли такого ценообразования? Да, дело в том, что ни для кого не секрет, что одна из составляющих цены смартфона – это затраты на рекламу, на маркетинг и так далее. Учитывая, что наш бренд белорусский, мы работаем пока на белорусском рынке, мы локальные, у нас не заложены большие бюджеты на продвижение, на рекламу, соответственно, это отражается на нашей стоимости. Ни в коем случае это не в ущерб качеству. Это позволяет смартфонам по привлекательной цене с отличным качеством работать в руках наших белорусов. Ну и неоспоримым преимуществом является наш сертификат на бесплатную замену экрана при механическом повреждении. Вот, кстати, да, вот эта штука полезная. В каждом смартфоне. Потому что, как и бутерброд, телефон всегда падает почему-то экран. Абсолютно верно. Более того, есть статистика, что человек, уронивший телефон, разбивший экран, да, он потом относится к своему телефону более бережно. Поэтому мы, скажем, сделали, осознанно пошли на такое вот решение. Это наше, скажем так, вложение в этот смартфон. Мы делаем бесплатную замену всем покупателям наших смартфонов. А гарантия какая замена у смартфонов? Ну, у нас на экран мы даем в течение года. То есть в нашем течение года, если человек разбивает смартфон, да, они все пронумерованы, то есть они он имеет право на замену экрана. Ну, для тех, бесплатно, нашего... правильно? Да, бесплатно. Ну, плюс у нас в каждой баночке, в каждой упаковочке всегда есть пленочка. И в некоторых моделях вот такие оригинальные. То есть мы знаем, что наши модели пока... Да, это бампер. То есть наши модели пока не такие популярны, чтобы на них делали это массово. Поэтому мы уже тоже инвестировали в то, что вот наш белорусский покупатель может, купив, да, сразу... подумать о безопасности. А можно коробочку вот мне? Да, пожалуйста. Да. Просто то есть, кстати, хотел бы обратить внимание, что у нас есть модель Венса, да, она в металлическом корпусе. То есть это тонкий, стильный смартфон в металлическом корпусе, имеет бесплатную замену экрана. То есть фактически любой родитель, купивший там своему ребенку смартфон на лето, в пионерский лагерь, еще куда-то за небольшую цену. Наверняка у многих сейчас вопрос. На какой системой оснащен смартфон? Android? Android, да. Android 6, Android 5, до 7 пока он только вышел. Собственно, шустренькие. Более того, операционная система такая вещь, там не всегда, чем более мощная она, да, тем это как-то сказывается на работоспособности. То есть здесь нужно оптимальное сочетание параметров. Камера как? Камеров, но здесь 13 мегапикселей. То есть более супер, чем достаточно. Да. То есть, господа селфисты... селфи 8 мегапикселей. 8 мегапикселей, это как бы наша модель RAV 500, она уникальна. Здесь камера стоит японского одного из производителя, то есть мы самые лучшие ставим. Снимки действительно очень качественные. Слушайте, ну вот я думаю, сейчас многие телезрители все такие, так, ну а в какую цену, да? Вот действительно цена невысокая. До 200 рублей. Рублей. Ребята, рублей, да? Рубли. Топовая модель у нас до 200 рублей. Это вообще замечательный выход, мне кажется, всем родителям, всем студентам. Просто супер. Более того, у нас стекло 2,5D, то есть оно очень удобно водить. Ну, оно а вы представляете, если бы вы к нам пришли в канун 8 марта? Да, я думаю, что... Какие бы у вас были продажи? Мы ждем от вас приглашения к Новому году. Я думаю, что продажи еще будут. Господа, у нас не так много времени, давайте продемонстрируем еще другие модели, и мы знаем, что у вас не только телефоны, ведь не только смартфоны в линейке. Расскажите о другой продукции. Ну, опять же, мы следим за тенденциями. Мы знаем, что люди... большое количество людей сейчас увлекается здоровым образом жизни.
И вот мы, собственно, выпустили Венса бренд, да, ну, бренд. То есть это наша разработка тоже, да, то есть шаги, вот я говорил Ольге, что я могу посчитать, сколько шагов к вам пришел, там, волновался, не волновался. Ну, с подобными устройствами все знакомы. Вы расскажите, опять же, вопрос по делу. А поддерживают какие системы? Android и iOS поддерживают? Обе популярные системы. Обе? Да, да. И Android, вот это круто. Вот есть программа, скачиваете, многие громкие бренды не поддерживают iOS. Ну, я скажу так, что мы уже на рынке Беларуси успешно конкурируем с брендами, которые давно зашли в этот сегмент, и более того, цена позволяет нам оставаться лучшими в этом сегменте. Может, вы еще и планшеты производите? Есть такие планы. Планы, да? Пока не будем, есть такие планы. Ну, вот еще, вы знаете, последний вопрос. Вот знаете, какой-то всегда, я не знаю почему, но, может быть, в менталитете у нас вот есть некоторое недоверие, да, к белорусским брендам. С опаской, да. Есть такое. Давайте мы развеем, вот сейчас коротко развеем эти мифы, вот, не знаю, каким-то напускным словом всем нашим телезрителям. Мы очень стараемся. И благодарим, во-первых, тех потребителей, которые выбрали нас уже. И с удовольствием на нашем сайте ждем обратной связи о качестве наших смартфонов. И я могу сказать только одно, что мы можем делать нашу продукцию лучше только благодаря нашим потребителям. А критиковать может каждый. Давайте что-нибудь делать. Одним словом, все познается в сравнении, друзья, поэтому, наверное, стоит все-таки приобрести наши отечественные смартфоны и убедиться в том, что они самые лучшие. И почаще звонить родным и говорить: алло, алло, мама, папа, привет, хорошего это дня. Это точно. Друзья, точно. Благодарим наших гостей в студии. Вам. Сегодня мы пообщались с представителями компании и производителя Венса, директор по маркетингу Сергей Капанец, руководитель отдела продаж Григорий Баранчук. Спасибо вам за интересную беседу, друзья. Ну а наш эфир продолжается.